получится. Давай, сейчас, сейчас спросим. Сейчас спросим, Игорь. This game will be shit. Yes. Shit game. Все, я? Или нет еще? Мне рано еще говорить. А ты опять тинкером? Это твой сигнатурный? Не. Обычный твой? Сигнатурный Doom, Андрей. Понял. Знаешь что, мне, наверное, тоже надо одним героем играть, чтобы выигрывать. Так я не играю одним. Ну ты не рандомишь же, правильно? А я вот стараюсь каждый рандомить, и, как правило, это плохо заканчивается. Хотя нет, почему? До определенного момента плохо заканчивалось, Лёх. Все, завали ебало, дай понажимать на кнопки, блядь. Хорошо. Проснусь, буду шутить. Ой, ЦМК выбежала, пол хп. Шутить не обязательно, Лёх. А чего, мне помогать не будет никто? Мне сейчас ключник пизды будет давать. Ну, ладно, не беда. Что ты бегаешь, что ты ебанутая? Ты совсем с ума выжила, что ли, молодая, блядь? Ключник хочет давать мне пиздюлей. Бам, крипа, я убью твоего. Не стреляй, блядь, опять снайпер, опять я тинкер против меня, этот хуесос, блядь. Лёх, чего так мат-то много? Потому что я его в рот ебал. Ты понял, так? Да. Я понял, понял, да. Всё. Что ты понял? Что же ты его в рот ебал? Молодец. Быстро усваиваешь информацию. Да, я это славлюсь этим. Я учусь быстро. И информацию усваиваю, как ты сказал. Бля, да два рейнджа одновременно промахнулись у меня с лоу-граунда. Они ебанутые? Плохо они очень. Два... Опять, сука, вот, сука, блядь, кривые дауны. Смотрите. Плюс 6. Монетки идут. Монетки идут. Деньги текут рекой. Оп, он закроет меня, мне похуй. Не, он не закрыл, он зассал. Стреляют, ты что ты, блядь, пошли гномы нынче. Ебанутые? Да. Тяжело со словарным запасом, Андрей, спросили, сори. Ну пожалуйста, ну какая, блядь, горелка? Ну вы что, сука, блядь? Нормально я, Андрюх, выражаюсь? Да. Ничего не преувеличиваю? I catch gold. Ну, блядь, конченые. Не сидится в лесу, долбоебы, понимаешь? Да. Блядь, горит что-то жопа, блядь. Выбежал кинул горелку, что такое? Лёх, я пошел. Куда? А ты кто? Все, я ушел. Don't come, please. Слушай, а у них Хакс, блядь, знает, что делает. Выбежал, поджег жопу, поджег меня. Leave lane and never come back. Я все равно. Never come back. Leave line and never come back. Come back, come back, come back. Слушай, а снайпер с рандомчика был, ты не помнишь, Андрюх? Не, я не знаю. Но снайпер, как правило, с рандомчика. Мало кому, да, в голову может прийти такая идея. Да. А ты знаешь, Андрюх, что когда у него срабатывает хедшот, ему так похуй на мой лазер. Да? Угу. Да ну. Угу. Ничего делать. Полная ебань, Андрей. Ой, смотри, смотри, перделочки включил. А я на фейзочках. Оп, 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 отошел. Отошел. Хорошо. Да он внизу догорел, правда, да. Блять. Ну ничего, ничего. Сейчас я заберу. Оп. 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 Отойти, отбежать. Хорошо. О, у Верки тоже проблема. Какие? Хаст ты сейчас. Мне, наверное, жопу хочет поджечь, да? Ничего, ничего, я
готов. Лёха, ты антиентов будешь вкачаться на них? Пока нет. Да не дают тут, блядь, проходной двор мне делать. Понятно. Ты опять хочешь меня поджечь? She is dead. Грустный смайлик. И прокачать... И что ты хочешь? А что вот хотел вот у меня ключник? Вот он вопрос. Кеймастер, ключник. Так, блин, я тоже хотел экспы. Да экспы, пожалуйста. О, Андрюх, я закинул еще разок. Лех, ничего страшного. Блять, как заебал меня этот Акс. А они два друга. Вот видишь, Андрюх, они друзья, они вместе играют, смотри. Вот. А мы не вместе, да. А мы не вместе, видишь. Те, кто вместе, они как бы это... сильные. А мы нет. Ну ничего. Смотри, оп, лёх, оп, бук, чик, бук. Ебашишь, Андрюх? Да. Да, пораньше что встакать, что-то я в говне. Бум. О, тут вардец у тебя есть на хайграунде, как удобно. Играть, наверное. Так, Лёх. Меня шейкер, акс, снайпер, Андрей. Шаду амулет первым раз. Сам. А у тебя есть вообще опция помочь тиммейту какая-нибудь? Пока нет, Лёх. А будет? Обязательно. Обещаешь? Да. Да ладно. Смотри, акс пришел ко мне теперь. Этот, вот этот тебе не нравился, да? Он молодец, он хороший парень, Андрей. Хорошо. Что правильно делает? Хорошо. Бум. Бум. Монетка. 4. Ой, не надо, пожалуйста, Акс. Я тебя ударю. О, фиссурка. Ну только сбей, ну пожалуйста, ну сбей же, ну. Ударь себя, Акс, ударю. Спаситель мой, ближенький. Плюс 18. Андрюха, ты без этого, ты в микстурке? Не, я без, да. Правильно, да, нахуй надо. Да а чего это микстурка, Лёх? Ничего, пофиксили, нахуй не нужна, я согласен. Да. Все верно. Лучше какие-то другие магии качать. Знаешь примету, Андрей? Если какой? Снайпер добивает ультимейтом крипа, то он идет на базу, скорее всего. Да, эту знаю. Русскую народную примету. Эту я знаю, Лех. Лех, ну у меня все просто-напросто отлично. У меня охуенно все, Андрей. Вот в меня сейчас летит ассасинейт. О, приятно. О, клокер. Здорово, парни. Я закупился, идите нахуй. Опять грубишь немного. Ай, меня подожгли, Лёх. Поджёг мой очаг. Акс, от Акс. А где ты, говоришь, клокверк находится? Тысячи золотых монет где-то надо найти. Клокверк, Андрюх, он без хукшота, если честно. А, ну все, тогда насрать. Да, да, да. Срать. Ты смотри, что творит. Крипат, я все равно заберу, блядь. Отдай крипа, сука. Пидорас. Пидорас, пидо 2, пидо 3. Хорошая песня. Два. Ай, сука. Приятно играть. Ассасинейт ебало получается. Лёх, ну все, я иду на помощь.
Андрюх. Ты я... хочешь монет там золотых? Жду. Все, иду. Блять, ну у него вард опять стоит. Ну, как так играть, блять? Лех, я иду. Ты живешь ведь, брат? Хуй его знает. Брат, живешь. Брат, я иду. Я иду, я бегу. Я буду на свитках телепортации летать, как на дроволах. Можно? Да, да. Вот так вот. Нихуя они тебя читают, там сенсор стоит, что ли? Бам. Там реально сенсор стоит, что ли, уже? Получается так. Ох, Андрюшенька. Все, я кач лес. У нас фарм, ну, бля, я тоже хочу кач лес. Слушай, а чё у нас у Террорблейда так много? Шо у него? Ты посмотри. Где он? Вон снизу. А шо, это много? Тут тогда. Ты на меде хочешь качать или ты на базу пойдешь? Не, я не буду на меде качать. Хорошо. Никогда больше, наверное. Ракакунч, ракуканчик. Террорблейд не так плохо, Андрюх, ты был прав. Да. Получше, чем... Ой, в топе сколько фарма, блять, от рыболов-то нету. Бам, 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 бам. Блять, ну вы все впитайте экспу, молодцы, молодцы. Молодцы. Он думает, он попал в меня. На самом деле это не Террор так. Террорблейд-то борется за ПТС, не то, что мы, ты видел? Не, я не видел. Но я верю тебе. Какой кэш, блять... Проходной двор. Андрюха, можешь стакнуть теншитов 12-й разочек? Да, почему нет? Ой, спасибо тебе большое. Спасибо, брат. Тут, смотри, вардички ставит, ходит. Я возьму еще один свитер. Трывала у меня такие мини. Мини трывала. Лех, я стакну. Я буду ждать сейчас и стакну потом. Ты обещаешь? Да. Только, возможно, там заблочили тебе все. Не-не, там у меня ж вроде есть стаки, не? Ну есть, но там шейкер был. Шекель? Да. Корова. Экау. Андрюх, надо стакнуть, ничего не знаю. Ну все, я пошел тогда. Что за говно играет? Я только сейчас осознал. Ёбать. Дота, Лех. Да не. Блять, ну я ж зальтабался, ну что ты не человек, что ли? Сколько там ударов надо в твои коги, блять? Отъебись. Я тебя убью, ты шо, блядь, дебил нахуй. Иди отсюда. Блядь, жопа. Лечу, брат. Лечу, дам торпедку. Дал торпедку. Угу. Дал лазерочек. Угу. Плюс 18 получил с него я. Бонусно? Да. Лех, еще разок стакнуть или уже фармишь пойдешь? Дальше сам. Давай, брат. Спасибо тебе большое, Андрей. Брат, не за что. Мне очень нравится с тобой иметь дела. Хорошо. Что ж теперь цемка молчит, когда я ебу всю карту нахуй? Алёх. Не знаю. Разговаривай со мной. Почему? Не знаю. Так, нужна яша. О, смотри, по когам. Бам, бам, и пошел. Бам, бам, горелка, выстрел. Знаменитый рейнджовый убийца. Только вот у ЦМ-ки транквилы, и она регенится очень быстро. За время действия батлхунгера она отхилится очень жестко. Фу, пожалуйста, ну за что, ну блять, ну не надо, ну я прошу вас, ребята. Ну... Реарм еще одни сможешь. Полная хуйня, блять. Не, не смогу, брат. Да, ну походу ты проебался. Брат, ну у тебя есть этот самый Boots of Travel. Конченый, сука. Дочка, ты тоже в таверне? Я там был. Зачем ты купился зеленый этот кинжал? Для скорости я еще этот, куплю себе другой. Бля, это что, ебанутый? Для скорости сапоги новые берут, ты кинжал взял. Да я что-то тупанул. На полное, Андрей.
Один есть. Или поджог. Ой! Ой! Ребят, ребят, ой! Андрюшка, я лечу. Есть подкрепа там? Ты представляешь, просто шекер выходит такой, я думаю, ну союзник, наверное, он же с нашей базы идет. А это не союзник был, представляешь? Враг? Да. А попробуй сейчас сделать аганим, пожалуйста, хоть раз. Ну хорошо, Андрюшка, ладно. Там же клево, 4 ракетки. Дыщ. Пиу-пиу, да, вот эти? Пиу-пиу с очень далекого расстояния. Коко-вава. Чимис плейн, коко-вава. Коко-бобо, дева-вава. Вава. Ой, не Рошана пошли бить, что ли? Не знаю. Куда они так резко съебались с командой своей? Не знаю, веселой. Не знаю, Лех. Но то, что веселая команда, это точно. Отошел, подошел. Что? А то что подошел. Бам. Отстаньте, пожалуйста, от меня. Дрюк, ты опа! Чё? Аноним делает? Ну, наверное. Ой, а почему он так ненавязчиво бегает? А, вот он ничего делает. Свапайся, свапайся! Лёх, я пошел. Прям далеко? Да. Может, ну его нахуй? Да, чего нет? Я дал машинки и улетел. Машинки прилетят скоро в них. Угу. Машинки прилетели в них, я надеюсь, что они. Лёх, там еще один. Вижу, вижу. Лёх. Дашь? Вот этому дал. По какахе. А можешь показывать только? Я тут показываю. Снайпер, брат, а что ты делаешь? Андрюх. Лёх, какахи. Какашки. Какашки! Какашечки! LOL is better than Dota 2. I agree. TB go farm. Much better. Блять, опять какой-то ссань играет. Что ж такое, блядь? Знаешь, что хотел сказать, Андрей? Чего? Нам нужны с тобой кинжалы телепортирования. Тоже правильно. Срочно. А мне зачем? А мы с тобой будем вдвоем телепортироваться в них и убивать. Понял. Мне нра. Прикольная тема? Да. Давай попробуем. Давай. Лёх, а чё ещё, говоришь, для скорости собирать надо? Надо сапоги делать, Андрюх. Ну, типа на ноги что-то, точно не кинжал. Так у меня есть сапоги. Бля, ну я не знаю тогда. Братан, ну подумай. Ну ты сам подумай, как кинжал может давать тебе скорость бега? Никак, вот. Поэтому я и думаю, бредовая идея какая-то. Вот. Какая-то здравая мысль. Почему я, у меня ж пизды дадут, да? Они ж бегают. Или нет? Как? Я ж помогу, развернись, дай. Смотри, кемпирок не убегает. А, у него тоже, блядь, кинжал, который ему дает невидимость. Невидимость. Я куплю себе этот самый порошок. Ой, а где Клокер? Здесь, наверное, где-то, нет? Не знаю, Лёх. Ну, конечно, здесь, сын овчарки, блядь. Кавказский стиль. Хорошо. Хорошо, Лёх. Спасибо, Андрей. Как можно стоять там ждать? Неужели я туда, блядь, прилечу когда-нибудь в трезвом уме? Смотри, Лёх. Хорош, Андрюх. Так, а я чего? Я ни при чем здесь. Бам. Бам. Этот дальний стиль атаки. Big dick for you. Это он тебе, Андрюх? Нет, нет. Это он другим.
Это не мне, Лёха, это не мне. Так, а мне, наверное, броня какая-то нужна теперь. Наверное, наверное. В лесу можно покачаться немного. Или во вражеском лесу лучше. Наверное, во вражеском, Лёх. Сейчас схожу, посмотрю. Так, а рунки, может быть, здесь какая-то есть? Нет, естественно, нет. Так. А, ты видел еще мой стат, Андрюх? Нет, я не открывал таблицу. Открой, открой, глянь. Я только-только что сам обратил внимание просто. Смотри, Лёх, изо всех сил. Что, что? А, я не видел. You good players. Слышишь? Team Walking. Ну посмотри, какая у меня стата. Лёх, нормально. Ебашу? Хорошо. Спасибо. Но у тебя будет аганим, и они не пропушат. Аноним. Аноним будет у тебя. Там 4 ракетки, которые лечатся мекой, блядь. Ты 2 раза их кидаешь, они жмут меку, ну и чё? И все. И чё, блядь? Ну люди их и так кидают. И чё теперь? Так, фейсбутс. А я буду делать себе ассалт куирас. О, слушай, а как снайпера убивать? Мне нужен догон, ты мне не то сказал, Андрей. Так под чего? Я сам его буду убивать. Снайпер же БКБ никогда не собирает. Вот где он, снизу? Да. Сейчас я его убью, значит. Видишь, он уже боится. Я же боится, Андрюх. А, не, не боится. Смотри, как он боится. Он мне зарядил перделку свою, прикинь. Скотина какая. Ну что, пешочком пойду на базу. Если я тинкер, это же не значит, что у меня должны быть какие-то льготы, правильно? Да. Летать, например. Как все, блядь, пешком пошел. Нормально. А, нет. Аура цемки на 4, что ли. Лёх, смотри, я жил, был. А ты не того, Андрю. Как нет? Я того. Ты же обещал гномика. Так гномик, а он... Тебя... Его не было там. Гномика не было, Лёх. Прикинь, какой парадокс, Андрей. Ты обещал убить гномика, а гномик убил тебя. Да. Сука, ёбаный гномик. You fucking гномик. Правильно? Да, да, все так. Fucking гномик. Смотри, гномик на террорблейда напал. Так. А террорблейд нажимает кнопку и оп. А теперь свап. Нет, зачем свап убить? Правильно, это же глупо. Не знаю, ты какую-то хуйню подсказываешь пацанам все время, Андрей. Да, я что-то да, туплю много очень в последнее время. Не знаю, из-за чего, даже с чем это связано, как это лечить. Лёха, тебя... Не возьмут сейчас? Там нет? А, смотри, смотри. Это кем... настоящий? Это не натуральный? Не, а вон натуральный. Привет. Вот это? Ой, я лечу тогда. Только не могу пройти, но ничего. А мы погоню, типа? Ну, ничего. Уверен, что это нам нужно? Да. Бля, ну что ж ты делаешь? Блядь, она меня форстафнула просто в них. Боже. А, Андрюха. Лёх, я гномика не убил. С него закончилась невидимость. Слышишь чего? Ау. Гномик жив, Лёх. Гномик опять выжил? Да. У него невидимость закончилась, и я все. Бля, Андрюс, короче, ВР-ка нормально плеет. Получше меня в любом случае, потому что у меня 0.73. Да ладно тебе, все нормально, брат.
Ой. Неприятно. Ладно, я пошел. Он так расстроился, искренне извинился. Мне аж это, неловко стало, что я хотел его отхуесосить. Правильно, правильно. Эй! Вообще так непривычно играть без наушников, без своих. Просто полно. О, я лечу, Андрюх. Будешь драться? Нет. Я подрался уже. Кончился? Да, подрался. А почему вот, вот она сейчас убегает? Она считает это необходимым? Угу. Не, вот сейчас она не должна была, конечно, убегать. Надо было? Я не думаю, Лёх, надо было хуяриться с ними. Я вот на БКБ развел вайпера, а у нас сплитпуш работает, террорблейдовский. Смотри как. Так. Смотри, оп-оп-оп. О, нормально. Ой, здесь типа иллюзия убегает. Видишь, что мутит? В натуре, красава. А теперь сдался. Ну все. Да, ебать, изи катка. Мы просто creating space, да, делаем? Очень много space. Все, вот я уже 8 раз space сделал. Хорош. Я пойду сверху попробую что-то придумать. Знаешь, в чем огромный плюс компетити в Dota, Андрей? В чем? Тебе никогда не выбежит такс, блядь. И не даст тебе горелку. Да. На первой минуте. Так и есть. Даже не подозревает, насколько им плохо сейчас будет. Бам, бам, бам. Андрюх. А. Я тинкер с тревелами, я не могу нафармить аноним себе уже 10 минут где-то. Может, это хуевая идея была? Лёх, я алхимик со шмотком, я не могу себе нафармить куирасу уже минут 15. Сделаем клуб анонимных не могу. Анонимных анонимов? Анонимных не могу. У нас Галевом ПВП будет. Давай. Давай биться на руках. На кулаках, давай. Так, ко мне бежит Эс Шейкер. Сколько за тебя дадут? Опа! 115. Сам то. Лёха, он уже прокачал. С двух не разбивается. Неплохо, что? Неплохо катают, да, парни? Это? Да, we create space. Андрюх, ну сделал аноним я. For TB. Лёх, надо попробовать теперь его. Кого его? Hiskadi me happy. Бля, у меня такое ощущение, что я не спал просто вообще. Я что-то сижу, как будто, блядь, сплю до сих пор. Так что-то хуёво играется. Не знаешь, в чем дело может быть, Андрюх? Блин. Может, я в натуре не спал? Может быть. А ты спал? Хороший вопрос. Лёх, теперь тебе нужно найти много врагов и ракетками в них, ракетками. Когда они будут хотеть домики наши убивать, да? Да, да. Хуем они домики, правильно, Андрюх? Правильно, домики мы себе оставим. А им хуй. Андрюх, у них БКБшки уже есть, прикинь. Да, ничего страшного. Не будут же они использовать их постоянно. На, Вася. Теперь хуярится. О, так может я... Так а что ж ты молчишь, брат? Я так а давай. Смотри, что я ему сейчас. На, Вася. Ломай его, Андрюх. Ты смотри, какой хитрый. Ломай, ломай его. Иначе он меня сейчас как уебет. Андрюх. Андрюх. Лёх, хорошие манцы. Пать, он нулевой. А что делать? Андрюх. Давай. О, ошибся, как молодой. Молоденький. Хорошо, Лёх. Совсем этого... молодой был Клокер. О, землетряс, Андрюх. Тоже ошибся, Лёх. Нет, Лёх! Лёх, ну это точно наш. Батоном дал по голове мне зачем-то. Микстурку, микстурку заваривай, Андрюх. Да я... Там кемпирок на меня атаковал. Гномик? Гномик, да. Ничего. Ничего. О, глаз появился. Что?
Глаз, глаз появился. Да, так у него много появляется. Еще вот деньги есть теперь. А у меня скоро ассалт куирас появится. Мы все правильно делаем, правильно? Ну, конечно. С места там, спейс. Спейс это космос, кстати, или место? Это космос. То есть мы делаем космос? Да. Все? Так и получается. Вообще есть подозрение, Алексей, что мы и есть космос. Блять. Что-то дотка так тяжело заходит, может что-нибудь другое, Андрюха? Тяжкая дотка, я с тобой соглашусь здесь. Лёх, ну а как же тренироваться, тренировки? Нахуй тренировки, Андрей. Тренировочки. Оп, 16. Снайпер с Аксом разработали себе уже домашнюю заготовку. А, не дотягивается домашний. Ой, ой, с дезолятором, Лёх. Тот гномик? Да. Красная атака бьет. Чёртов гномик. Ладно, Андрюх, сейчас я нафармлю даггер и больше не умру. Ах ты, сука! Блядская иллюзия. Есть что ты сделаешь? Блядь, нафармлю даггер и не умру ни разу больше. А пока будешь фармить, будешь умирать. Да. Именно так. Ой, Андрюха, три ракетки. Ой, там. Ой, Лёх. Много ракеток дал, Андрюха. Спрей, давай. Спреем ебашу, Андрюх. Давай, еще буду давать. Во-во-во, Лёх, норм. Андрюх, будет спрей. А вот этому? Блядь, а как снайпер вышел? Вон, крутил, тоже вышел. Ебать. Горит жопа, я бэй-бэк. Давай. А как снайпер выжил? Ты видел? Нет. Я не видел, а как он выжил? Не знаю. Я вроде ему там дал ракетку. Лёх, получается, у тебя откладывается твой кинжал? Да, блядь, а какая хуйня. Как ты выжил? На тебя за это, кентавр. Кентавр не виноват, Лёх. Надо ж на ком-то злость выместить. Притом не фармить, а именно злость выместить, потому что денег ты, соответственно, не ну, получаешь. Ну, блядь, ну иди нахуй, ну ты, блядь, сука. Не могу досадить на эту иллюзию, прикинь. Да я тоже, кстати, не смог. В один момент жизненный. Все понял, совсем. Что, пиздец, как обидно. Слушай, а я только что забавный факт выяснил, Андрей. Какой? А Террор Блейд просто иллюзией не забанил себе пул каким-то хуем. Что? Ну короче, он убил спаун, вот тут иллюзия стояла и появились урсы, и он их еще раз убил иллюзией. Лол. Чит ебаный. Коды, Андрюх. Да. Блять, а этот гномик ушел в невидимку свою просто, я понял. Викен Рош. Нет, индит. Ай, Кен Рош. Ну, Террор Блейд, ну такой без хуйни. Вайпера не хотим потрогать? Ой, ой, ой. Там была торпедка, да, ракетка? Да-да-да. Ну я вот тогда крипов их буду брать. Блять, ну что ж ты тут делаешь? Вот что? Что? Ракеток, ну много, много дай. А ты дал? Давал уже? Много ракет, Лёх. Было? Бегает быстро. Нормально, я от Террор Блейда отвлекаю. У него уже баттерфляй появился, Андрюх. Ну вот, я и говорю. Такие они, конечно, тупые, не понимаю, да, ничего? Конечно. Ой, сука, дауны. Эй, Рошана забрали. А, не забрали. Конечно, не могут, Андрюх. Да они мертвецы, пиздец. Вот им только Террор Блейд вот так вот надо ему нарисовать, чтобы он... Не, он, конечно, знает, что он делает. Андрюх, там выехал ключник, а нет. Так я сейчас пойду их разъебу просто. А ну покажи микстурку. Микстурка есть? А что ж ты, а почему этого ты выбрал? Не знаю. Они там дилеры шаны, в курсе, брат? Так а смотри, у нас Террор Блейд должен помогать чем. А нет, он вот так вот. Так убивай. Ой, убийца. Бум, бум, и Аегис забери. Бум.
Шумутит пацан. А ТП-шку выкинет? И ТП-шку выкинул. Ой-ой-ой-ой-ой. А тайминг может ему записать? Юми-юми in my tummy. Добавь его в Steam, я уже хочу его видеть в команде. Давай, добавим. Только слышь, а если он умеет только на террорблейде? Хотя нет, все равно, да? Такого уровня, как правило. Нам придется подождать немного, Лех, в таком случае. Умеют все. Да. Так, Лех, сколько у тебя смертей? Пока ты лидируешь. Там где-то штучек 11. Да. Вот я как бы подкрадываюсь к тебе, но... Регенерируешь. Это же для Тинкера очень хороший артефакт. Для Тинкера, у которого 11 смертей, это очень хороший артефакт. У тебя это големы пропали куда-то, Лех. Андрюха, твоих рук дело? Нет. Чей? Я что, дурак, что ли, совсем? Не говори глупости, пожалуйста. Чьих рук дело, Андрей? Хрен его знает, Лёш. Блять. Ну это точно не я, я бы признался. Голем, короче, как в Узерпате, там, знаешь, мини эти игры. Вот он мансует от машинок, от всех почему-то. Задрот. Мини-игры. Я себе скулбашер сделал. Смотри, тупит. Ой. Это ты так? Ой, Лё. Да я чего-то, да, совсем. А возьму Ильярму, качаю на 3. Знаешь почему? Почему? Ну, что я могу, Андрей. Да. Ну, чтобы меня не убили через 3, 2, 1. Смотри, на меня хотел напасть ключник. Андрюха! Отвечаю, есть кинжал. Лёх, будешь убивать их? Да, лечу, брат. Лечу, только далеко куда-то лечу. Лети, лети. Лечу, лечу, но я далеко очень лечу. У меня есть порошок прозрения. Лёх, все, не лети. Почему? Хватит. Давай атаковать. Давай. Только там корова. Давайте не будем забывать про корову. Я никогда не забываю про корову. Надо торпедок им дать пару штучек и улечу. И потом опять прилечу. Вот, раз. Вот, смотри. Оп. Это два три. Торпедки. Три торпедки. Все, пока я улетаю. А ты вернешься? Да, да. Хорошо. Еще. Я уже возвращаюсь. Угу. Раз торпедки. Два торпедки. Лех, еще торпедки. Торпедки, торпедки есть. Почему он меня бьет? Да, выиграл игру вообще налегке. Торпедки, Лех. Не понимаю, что они хотели вообще. Да. Гангали нас, а не террорблейда. Правильно? Мы ж делали да. Пространство. Space was enough. О, откуда он знает, что играет? Ты что, стримишь, что ли? Да, я стримлю. Вот дела. Я не знал. Почему мип-мэп? А, вот, все. Ты видел, сколько армора у нашего пацаненка? 30 плюс 2. Тридцаточка базового, как ты? Не, это стандарт, я знаю. Не знаю, что-то мне так легко было в этой игре. Я не почувствовал соперника. Да, вообще халява. Ну у нас, видишь, 2 плюс 2 плюс 1. Вот этот один.